Как и обещала, сейчас покажу вам ролик. Девочка прислала, как она получила посылку. Сразу скажу, что посылка была отправлена, не помню, 6 числа, что ли. Но дело не в этом. А сейчас не могу открыть. То есть посылка была отправлена 4 растения в 2 короксах. По-моему, 6 числа, да. Было отправлено вот так по половине. То есть я отправляла вот гигант, Дашу. Ой, я открыла заранее. Вот. Поэтому, видно, немножко растрепалась посылка. А когда она будет, ну, на будущее, когда она будет... Или вот девочки, вот, которые сейчас берут. Это кто? Кто-то уже, он тоже деткуется. Когда она будет, то есть, полностью не нарушена, мне кажется, что ну, не очень много будет, как сказать, выпадывать и просыпаться грунт. Потому что тут будет... Сейчас не знаю, тут даже есть или нет. Корни... Да, корневая хорошая. То есть, корневая будет вся полностью оплетена. Грунт, и просыпаться, я думаю, не будет из коробочки. Ну вот посмотрим. Еще две девочки отправила. Двум девочкам отправила я в пятницу посылочки. И вот третьей девочке, которую сегодня снимала в ролике. Я думаю, что... Ну, еще подумаю, как прокладывать, как, может быть, укоренять как-нибудь по-другому. Но все-таки вот эти карабульки мне больше понравились, конечно. То есть все тут четко, маленькие, они вот такие аккуратненькие. И упаковывать здесь легче. Ну, в общем, посмотрим. Я еще немножко подумаю, как это все делать. Ну, может, кто-то подскажет из вас. Так, ну все, а чего я... А, да, сейчас покажу видео. Получила посылку от Светланы Парпленко. В гостях у Патины. Она очень переживала, когда идет посылка. Вот распечатываю посылку, потому что Светлана первый раз посылает в короксах глоксинии листья. Будем сейчас смотреть, как они дошли. Вот короксы. Листочки. О, найти бы где еще открыть. Все запечатала Светланка. Скрепила, что не открыть. Ну, я считаю, что это нормально. Это нормально. Земля немножко на листочках, но это ничего страшного. Вот. Все на месте. Ничего никуда не вывалилось. Это первый корокс. Вот второй корокс. Здесь немножечко земли понасыпалось, но это все нормально, все это, все, ну, нормально будет. Все пересажу, все доехало нормально. Ну, дальше это будут уже укорененные макушки, листики. В нормальном состоянии.
листочки, все нигде ничего. Но остальные все, я думаю, все так же. Все я открывать не буду. Все нормально.